коллеги. Рад, что все сегодня здесь собрались. Моя тема доклада – это моделирование выпуска продукции в условиях выполнения требований качества обработки. Но если забегая немного вперед, я постараюсь свой доклад рассказать максимально кратко. Я все равно оцениваю со стороны многокритериальных подходов оценки. То есть очень важно понимать, что, допустим, когда мы говорим о качестве обработки, мы можем бесконечно, конечно, в условиях ограничения технологии улучшать наш продукт, но самое важное, что у нас есть, это даже понятие затрат и затрат на производство этой продукции. Поэтому начнем, наверное, с проблемы, что сегодня все-таки предприятия машиностроительной отрасли, они сталкиваются с высокой конкуренцией, связанной с насыщенностью рынка. Производители готовы внести дополнительные затраты на обеспечение качества продукции. Но в итоге это может привести к снижению рентабельности и эффективности продукции, о чем я, собственно, сказал ранее. Поэтому поиск баланса между затратами и качеством продукции – это одна из проблем, которая сегодня присутствует у машиностроительных предприятий. Я немножко расскажу о моем личном подходе, как можно было бы решить эту проблему. Конечно, носит она немножко экспертный, опять же, метод, возвращаемся к прошлым докладам по многокритериальным подходам. Но я применял метод многокритериальной оптимизации. То есть, по сути, это просто обычное многокритериальное линейное программирование, на основе которых принимались решения. Ну, приведу пример конкретной задачи. То есть в постановке задачи мы рассматриваем три вида однородных продукции, отличающиеся степенью точности обработки. Ну, например, мы можем привести три втулки. То есть машиностроительное предприятие, которое тип производства серийный, производит три втулки, отличающиеся между собой квалитетом обработки. Изготовление втулок, вообще, если мы говорим о конкретном примере, происходит в основном в классах точности от 3 до 8, то есть 6 различных квалитетов. При этом в зависимости от квалитета, понятное дело, различается важность механизма, в котором будет стоять данная деталь. Например, если используется третий квалитет, это высокоточное соединение, требующее особой однородности для тяга или зазора. Но если мы говорим о 8, то это зачастую бывает средняя точность обработки, и она, допустим, применяется для выполнения определенных функций, ну, передачи усилий и других функций. На слайде представлена связь квалитета и доли бракованной продукции. Естественно, это очень примерные числа, то есть это просто для примера будущего расчета приведены эти значения. И перейдем к следующему слайду, непосредственно к математической модели, которую я предлагаю. То есть у нас многокритериальная линейная задача оптимизации. У нас первый критерий – это максимизация качества продукции. Если мы говорим об этом критерии, то здесь важно понимать, что мы суммируем каждый единичный критерий, и, по сути, мы получаем сумму общей партии производства, то есть оптимального плана производства, умноженного на непосредственно суммы ранговые значения. Чтобы как-то понимать, я сразу приведу пример. Мы говорили вот о втулках, там применяются 6 разных квалитетов. Будем считать, что у самого точного квалитета будет присваиваться значение 6, соответственно, менее точного единица. И второй целевой критерий – это затраты. Соответственно, они складываются из себестоимости производства и из штрафных, так называемых, можно назвать санкции, то есть это, допустим, невыполнение точности квалитета машиностроительной продукции или, допустим, наличие брака. Ну и, соответственно, ограничения по ресурсам и ограничения по минимальному выпуску продукции у необходимых квалитетов. Для сведения многокритериальной задачи оптимизации многокритериального я выбирал метод специализации, а если быть точным, то метод целевого ограничения. Суть метода заключается, ну, если применительно к этой задаче, то мы изменяем на них параметр R значение нашего критерия качества, и от этого изменяется целевое ограничение, то есть мы опускаем ограничение нашу целевую функцию по затратам, и ее значение будет изменяться от изменения данного параметра R. И каждый раз, решая эту задачу, мы получаем взвешенную оценку решения задачи оптимизации. Ну, соответственно, я привел
пример конкретный численный для решения этой задачи. То есть я рассматриваю три вида ресурсов. Это заготовки, трудовые ресурсы и оборудование. Тут также нужно учитывать, что могут применяться для разных политетов точности разные технологии. И, соответственно, для них нормы расхода ресурсов будут точно так же отличаться. Соответственно, на слайде можно посмотреть численные значения. Ну и следующий слайд – это сведение математической модели в конкретную постановку численную. Ну и если переходить к результатам, то при проведении нескольких итераций решения многотерриториальной задачи оптимизации была получена зависимость суммарного параметра качества от балансовых затрат. Естественно, она применима только данным числам, которые рассматривают задачи. Но изменяя эти параметры, естественно, картина может немного меняться. О чем тут можно сказать? Ну, во-первых, что экспертно даже видно, что в третьей четверти у нас лежит две итерации из четырех, что говорит о том, что оптимальное решение будет в любом случае лежать в этой четверти. И также можно добавить, что, допустим, видно, что по оси абсцисс у нас отложен общий параметр качества, и видно, что в какой-то момент начинают снижаться затраты. С чем это связано? Это как раз связано с тем, что математическую изначальную модель я вводил понятие штрафных санкций за невыполнение качества обработки, ну, качества обработки, то есть заказчик получал продукцию невыполненного качества. Ну и, соответственно, допустим, когда он слышит первую четверть, это говорит о том, что у нас в данном оптимальном плане использовалось качество продукции ранг 6, то есть там оптимально выступал второй вид продукции, но при этом у нас были очень высокие штрафные санкции. И за этот какой-то момент они начинают снижаться, то есть как раз мы нашли баланс между затратами и качеством продукции. Ну и, соответственно, заключение, что мы можем сказать, что данная модель включает в себя две целевые функции, то есть это суммарный параметр качества и балансовые затраты. И предложенная модель позволяет найти оптимальные значения плана производства машиностроительной продукции в условиях выполнения требований качества.